Снова ли ты библиотекарь? Здравствуйте. Здравствуйте. Кристина. Марина Владимировна, мы рады вас приветствовать в областной научной библиотеке имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Угу. Сегодня вы будете в роли библиотекаря. Прошу на рабочее место. Так, пойдемте. Ваша карточка. Первый раз, да? Так, значит, прикладываем. Потом можно убирать или нет? Да, убираем читательский билет. Угу. И обратно отдаем читателю. Так, он открылся или нет? Позвольте еще раз так. Читательский билет. Что-то пошло не так. Мы только прикладываем, убираем, да? И сразу убираем. Оп. Нет. Чтобы идентификация прошла. Вот все. Сейчас вам нужно пройти за компьютер, там электронный каталог, и уже найти интересующую вас литературу. Я вам помогу. Проводит меня в этот добрый лес библиотекарь. Прикладываете карточку. Сюда и здесь мы уже не убираем, мы ее оставляем. Угу. Также обратите внимание на открытую библиотеку. Может быть, вам там нужна будет какая-то литература. А так мы сейчас выберем. Просто подходите, брать книгу, да? Да? Там можно просто подходить и брать книгу? Да, можно. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам чем-нибудь помочь? Ой, не столько помощниц. Да? Я тут очень симпатичный. Спасибо. Я похожа на библиотекаря? Запросто. Да? Запросто. Пришли вас сколько сфотографировать. Да, да, вот целых два фотографа снимают, как я работаю. Заказ получили. Теперь мы идем его обрабатывать. Сюда обычным читателям вход воспрещен, но мы вам покажем. Найти вот здесь. Смотрим по номеру книги. То есть это у нас книга новая, недавно поступившая. Находится она у нас в соседнем зале, в самом конце. Вот она. Да. Да. Вынимаете книжечку. Один занести. Одно требование. Мы вынимаем. Нет. Нет. Правильно. Вот так. А-а-а. Для того, чтобы мы его видели. Думаете, как эти огромные стеллажи передвигаются? Вправо, влево, двигаются вручную? Нет. Одно нажатие кнопки. Пожалуйста, все автоматически передвигается. И мы уже можем зайти вот в этот стеллаж. Кладите, пожалуйста, подъемник, контейнер. Знаете, как в ресторане также ставят блюда и отправляют да, там на первый, подъемник, на второй этаж. Аккуратней. А, она сейчас уедет, да? А я могла бы ее сама отнести. У меня, если честно, уже так устали ноги бегать в туфлях. Оп. Приехала. Так, оставляем. Ваша книга. Пожалуйста. Спасибо большое. Да? Та, что заказывали? Да. В библиотеку поступила новая литература. Это несколько книг. Теперь нам нужно внести их в базу. Смотрим авторов, название, серии, сведения. 2018 год? Уже? Да, да, такое тоже есть. Такое есть. 2018 год. Книга из будущего. Забиваем каждую мелочь, вплоть до того. Угу. Смотрите, здесь в книге 147 листов, но есть еще одна страница, не пронумерованная. И мы должны указать, что она здесь есть. Зачем? Чтобы информация в записи была объективна. Как вы понимаете, книга переходит из одних рук в другие, не все обращаются с ней аккуратно. И вот если вдруг с книгой что-то не то, есть какие-то повреждения, она попадает в отдел реставрации. Да, есть мнение, что работа библиотекаря скучная. Не могу сказать, что это миф. Работа действительно монотонная, ее много. Нельзя разговаривать. А вам нужно помочь?